внимание, специальное предложение только сегодняшнего дня. Красная цена с пылу жару, максимальная скидка и миллион подарков. Совершенно верно, миллион подарок. Это классное, прекрасное приготовленное мясо. И сделал я при помощи сковороды сотейника, которая идет, внимание, комплекте. В комплекте 27 предметов. Приглашаю вас в гости, пойдемте посмотрим. Вот он весь комплект. Нержавеющая сталь, фритюрная сетка, специальные крышки с секретом и лопатка-шумовка-половник, солонка, перечница и специальная баночка для специй, две бакелитовые подставки. Все сделано из нержавеющей стали и высшего класса. Приглашаю вас в гости. Вилки берем со мной, вилки, ножи и подходим. Кстати, вилки, ножи вы тоже можете купить на нашем телеканале. И не надо выходить из магазина и бегать. Итак, Оля, минуточку внимания. Ты посмотри. Это поджарено. Овощи цвет не потеряли. А теперь давайте посмотрим. Я нажимаю. У вас получается такое сочное, вкусное мясо. Не, на самом деле, Олег, тут дело совершенно в другом. Наверняка, потому что готовил шеф-повар. Нет, стоп. Шеф-повар, это мало. Я хочу, чтобы ты попробовала. Вот маленький кусочек, Оль, договорились? Конечно. Давайте, знаешь, вот так. Меня вот заставлять и уговаривать долго не надо. Да. Ты знаешь. Смотри, я сейчас отрезаю и тебе даю попробовать. Слушай. Просто вы не понимаете. Жалко, что ни телевидение не может передать вот этот весь вкус. Танцы. Очень сочное мясо, потрясающе. Мне еще очень нравится, что Олег всегда, ну, знаете, вот добавляет что-то такое, что делает сейчас мясо немножечко секрет. Сладким. Давайте спросим, какие полезные советы он дает, чтобы приготовить такое сочное мясо. Потрясающе. Итак, друзья мои, рассказываю все полезные советы. Во-первых, мясо нужно обжарить до золотистой корочки. Солим в процессе приготовления. Не сначала, а в конце. Сахар добавляешь? Я немножечко горчицу с медом и таким, знаешь, кисточкой промазываю. Горчица с медом дает непревзойденный вкус. Вы тоже сделайте так. Это я вам... Слушайте, я шеф-повар России, Олег Сотников, заявляю ответственно, что у вас точно так же получится. Ну куда еще? Я не еще могу. Очень пойдем уже к плите, давай раз. Давай, я буду дальше есть, а ты будешь говорить. Хорошо. Спасибо. О, судя, 27 предметов в комплекте. А, Олег, ну, знаешь, все сейчас скажут, да есть у меня кастрюля, есть у меня сковорода. Чем ваши кастрюли со сковородкой отличаются от моих, а? Самое главное. Друзья мои, дело все в том, что здесь очень правильный функционал в крышке. Здесь ложка держится, значит, вы не испачкаете столешницу. Можете положить. Но самое главное, наша посуда имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Внимание на экран. Угу. Давайте посмотрим, как оно работает. Первый слой идет из нержавеющей стали. Потом идет алюминиевый слой. Итак, 5 слоев. Это нужно для того, чтобы создать свой самый лучший кулинарный шедевр. Например, такой, как запеченный мясо, томленые крылышки. Можно приготовить овощи, не потеряв при этом цвет. Я вашего внимания попрошу. Смотрите, у меня здесь перец, паприка, и одновременно я готовлю куриные крылышки. Цвет не потерялся, и они остались сочные. То есть при помощи нашей посуды получается еда сочная, витамины сохраняются. Да. Не все готовится, как вот в русской печи, правильно? Вот. Совершенно верно. Ага. Здесь приготовишь настоящее вкусное блюдо. Именно профессионально. Пойдемте со мной. Смотрите. Перец прожарился, так. Крылышки у нас в горчичном соусе также прожарились идеально. И при этом они, не, как Ольга Мокшина говорит, не раскиселились. Они то есть держат форму идеально. Теперь начинаем по порядку. Кастрюля объемом 6,5 литра. 18/10 стали нужно для того, чтобы приготовить щи, борщи и заготовки. Следующая кастрюля 3,9. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Клепанные ручки, ручка секретная. При этом нужно для приготовления гарнира. Следующая кастрюля объемом 2,9 литра. Также имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно и бреддовое. Она нужна для приготовления, например, картошки, тушеной с мясом. Следующая, я их всегда называю братья. Это и кастрюля вот такая объемом чуть больше 2 литров. И вот такой вот ковш. Он нужен для приготовления завтрака
детского питания и, например, приготовления соуса. Я хочу обратить ваше внимание, потому что это очень важно. Профессионального класса специальная сковорода сотейник из нержавеющей стали. Теперь, друзья мои, это еще не все. Наш набор посуды включает две бакелитовые прочные подставки, пригодится, благодаря которым вы можете просто поставить еду, получаете фритюрную сетку, которая отдельно стоит минимум 599 рублей, она здесь в наборе. Вы получаете набор для специй, это у нас солонка, перечница и, естественно, для специй специальная баночка. На все на магните хочу продемонстрировать. Не упадет? Нет, я просто хочу показать следующее. Здорово! Да, вот, показываю. Как удобно! Слушайте, никогда не рассыпется. Я бы 5000 только за специи отдала и бы. И еще, и только сегодня лопатки, половник, ложка для спагетти, поварская ложка, поварская вилка, шумовка, специальной подставки. Но я хочу вам показать еще один функционал. Друзья мои, вы только посмотрите, здесь в комплекте есть специальная фритюрная сетка, благодаря которой вы готовите наггетсы, картошку фри, пончики и все, что хотите в блюдо. Картошку фри хорошо готовить. Слушай, можно. Мои дети бы это сейчас оценили. Они обожают картошку фри. Она очень дорого стоит в ресторанах, кафе, понимаешь, да? Да. Дома все время. Мама, приготовь. Вот, будем теперь готовить и во фритюре. 27 предметов, бесплатная доставка, подарки, подарки, подарки. Столько преимуществ. Преображайте свою кухню. Готовить сразу будете с любовью.